Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс, и это «Побег из Таркова», новый день прокачки, выживание новичка-бомжа в Таркове. Так, что я хотел сделать? Мы остановились, вернем ультре былое величие. Здесь, пока меня не было очень долго, неделю, наверное, устранить диких есть, то есть я такой перерыв взял. 30 человек и тоже на развязке. 13 тысяч опыта, и это дейлик, еще осталось 2 дня. А здесь не дейлики, здесь 25 диких, но уже 20, да, и 9 800 опыта. Кстати, я думаю, эти квесты надо совместить. 5:50 утра вышел. Вышел, чтобы не было этой херни, а, дождя. Кстати, всегда хотел сделать вот это на пятерочку. Специально взял. И чё? И где сигнальный огонь мой? Нихера нету. Нету диких нихера. Нету диких, блядь. Это... О, что-то летит. Неужели аирдроп? Сейчас посмотрим, может сюда кинут. Всегда хотел это сделать. У меня в скроне дохера их уже. Ага, вот он, аирдроп. Ну только я не знаю, сюда это или не сюда. Что-то падать долго будет он. Или недолго. Ну, я не там стрелял, конечно, ну ладно. Блядь, он прям на дороге упал, да вы гоните. Да вы гоните! Да что, здесь места нет? Это сразу сюда. О! Офигеть! О! Все, мне больше ничего не надо. Все, больше ничего не надо. Можно на выход. Можно на выход идти. Только выход у меня на железной дороге.
понял, я устал. Так, что тут, ТВ-дневник, больше ничего интересного, ну, мешок большой, да? Но вот это мне очень интересно, очень. Насколько я понял, это последнее у меня по квесту. Ну, я еле бегу. Да я ракеты так и не видел. Типа, ну, бахнуло и бахнуло. Выход на железной дороге. Пойдем вот тут, вот прямо через лагерь диких. Возможно, диких увидим. Но я очень тяжелый. Главное, чтобы пчелоботов не увидели. Железная дорога, я так понял, вот там. То сервера отключены, то ни одного бота нету, не увидел. Может, внутри и были там. Надеюсь, они меня здесь не увидят. Буду за машинами, если что. Надо передохнуть. Аккумулятор тяжелый. По-моему, последний по квесту мне. Последний аккумулятор. Красный, это что такое? Сигнальный патрон красный. А куда его вставлять? Кресало. В общем-то, и ничего особого нету там. Если честно. О, за аирдроп идет война. Надо быстрее сваливать. Пока они там воюют. Блять, если б силы еще были, а? Я здесь, возможно, проскочил бы. Но у меня вообще просто выносливость заканчивается моментально. Придется отдыхать. А они воюют там. Бля, да что на них восстанавливаются у тебя? Сколько тут? АК-103. Да нахер выбросим его. Блять, вот это звук. Вот это звук. Здесь могут быть дикие. Не, ну очень странно. Очень странно. То... О. Сзади меня заспамнился. Надо отдохнуть. Потом по бабам. Какой-то упитанный дикий-то. Очень упитанный. Охуеть.
Я думаю, пора отсюда сваливать. По добру, по здорову. Что-то не похоже это на обычных диких. Да заряди ты, ёлки-палки, а чё ты так долго заряжаешь? Жесть просто. Нет слов. И я и не вижу его. А, вижу. Нас сваливать отсюда, честно. Вот только дикие появились, только-только. Тут не пройти. Не было ни одного. Блять, ты вовремя устал. Сраный аккумулятор. Слушай, я с маяка диким так танковые не вытаскивал. Вроде дикий тащит нормально. А этот позорно прямо тащит. Хотя сила до 8 уже. Еле бегает с ним. Я не знаю, что ж такое-то, а? Что с тобой? Смазаться может вазелином? Я даже тайники здесь смотреть не буду, потому что мне вес аккумулятора. Аккумулятор важнее всего. Важнее брони, оружия, важнее всего. Вот это я аирдроп запустил. Смажься. Кресало, все не надо. Сюрф этот полностью, все не надо. Надо только аккумулятор. Я не хочу за дикого на маяк ходить искать его. Да ёб твою налево. У меня дикий быстрее бегает, чем ЧВК. Я вам серьезно говорю. Хотя силы у дикого и выносливости, наверное, может выносливости больше. Потому что он постоянно, почти всегда без сумок. Чтоб здесь не сидели еще ребята. Здесь постоянно кто-то сидит. И на маяке на выходе сидят. Ну все. Последний шаг сделай. Спасибо. Я что, я вынес аккумулятор, что ли? Он посмотри, как ходит в сторону, это жесть просто. Бух, что-то, что там бухнуло там, там. Два диких убили всего за всю катку, то сервера не включались. 40 минут я ждал, ни одного сервера не было. То два диких появились вот на 20 минут. Я ходил как дебил, значит. Так, но зато... Зато мы можем пойти к терапевту. Вроде последний оставался авторем.
Да, елки-палки, передать. И закроем. Завершим этот квест. Он нам там адреналин что-то дает. Спасибо. Мы завершили авторем. Так, отлично. Больше ничего не даешь, кстати, кроме авторема. Планы снабжения найти на лесопилке. На берегу нам надо пометить скорые помощи. Но все-таки в этом рейде надо как можно больше убить на развязке, потому что есть дейлик, значит. Поэтому пойдем, пойдем покушаем, попьем и снова на развязку за дикими. Опачки. Это я возле электростанции этой, да? Или где? Нет, это дыра в заборе. Или не дыра в заборе. О! Но опять-таки сейчас не увижу их, да? А не, вижу вроде. Блядь, от БТшки. Где мой дикий делся? Надо было бы докинуться мне еще. А где ты, ёб твою? Пожрать бы, конечно, не помешало. Это дикий, ёб твою. Заспамнился тут, а? На ТЭЦ сходить можно, если не перебили. Но я не уверен. Так, дикий... Я вижу, выходи! Угу. Где ты, тварь? Угу, тут где-то. Докинемся.
Хера себе, ты точный. Чуть руку мне не израсходовал. Появились, но под конец рейда. С такого расстояния. Неохота воевать. Опачки. Как будто бы горохом стреляю, знаешь. Мне бесит это, просто бесит эта выносливость. Еще хуже стало. Мне кажется, обновили Тарков, еще хуже стало выносливость. Так. Ой-ой-ой, где это я? Ёлки-палки, на железной дороге. Тут лагерь диких есть. Можешь посмотреть его и пойти все-таки на этот. Пойти, если доживу, конечно. Пойти на... Мазнемся немного. Блин, резкость надо немного. Где эта четкость? Поставить вот так. Вот так. Вот так, хоть чуть-чуть приятнее. Что там, бежит кто, не? По дороге пойти, блин. Прямо на ГЕС этот. Там их много. Так, это кто там? Ты посмотри. Живучий какой, а? Опа. По-моему, дикие есть контакт. Пошел. Ты что там, бля, вопишь, упырь? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Быстро! Вали хуесоса! Хуело! Фига себе, сколько впитал БТшек. Аж глушитель, бля, красный стал. Может, здесь будет оно комфортнее мне.
кустах они вроде не видят. Офигеть, почти все шестидесятник впитал БТшек. Ну, квест долгий, конечно, 25 диких, это тебе не шутка, и там 30 диких. Поэтому, по-любому, сука, ёбнули нашего. Обрежу. Обрежу тебе, конечно же. Может, файт какой-то оставлю, да? Этот шлемофор так защищает. И диких нету, да, новых и старых. Короче, смог найти пятерых диких на этой локации. Ой, долгий квестик, конечно, долгий. Бля, да где-то я, ага. Ага, железная дорога, понял. Опа. А уши у нас не застрахованы, да? Конечно же. Угу. Надо было застраховать. Так, с железной дороги я пойду прямо на ТЭЦ, наверное. Постараюсь. Тут спаунов много. ЧВК меня в данном случае не сильно интересует. Они тут опять дождь, короче, опять дождь. Я не знаю, сколько каток, постоянно дождь. Ой, они добежали уже даже. Они добежали. Ну и внутри можно проверить, конечно, но... А, это он. Понял. Ни хера себе. Это что за новость? Это ЧВКуля? Это по мне? Хера себе просто.
Фига себе. Чё за херня? А, бля. А он на вышке сидел или чё это? Чё за фигня? Я одного убил, одного не вижу ни хера из-за этой погоды. Welcome to Ukraine. Ну, классно, классно. Так, еще хуже, блин, спаун, да, у меня. Но здесь можно диких посмотреть. Лазер включим. Здесь бывают дикие. В лагере. Бля, чё я так тяжело бегу? Я только броню одел на себя, а? Чики-прики, давай. Да, с ЧВК повоевали. Второй на вышке, наверное, сидел. Ну где вы, чики-брики? Вот там вышка, походу. Бля, Тарков, не подводи меня. Мне очень нужны дикие. Их очень мало почему-то. С новым обновлением, после того, как сервера не работали. Так, аптечка. Аптечку я эту взял. Убитую немного, но ничего. Блин, нет так нет. Нет так нет. На ТЭЦ, что ли, идти? Крайне не люблю эти спауны. Здесь. Ну, появись, ну. Появись, пожалуйста, дикий. Сейчас появится в спине, скажет, на тебе. Ну, там уже опять началось. Ну нет, так нет, что сделаешь? Прибежали уже, да? И не видно, как бежали, кстати. А те залезли туда, как они залезли? На ту вывеску, я даже не знал, что залазить туда можно. Одного забрал, одного нет. Но я уже поздно понял, что он там где-то сидит. Кемперы, короче. Залезли, типа, и будут... Ну, вдруг будет ЧВК, а вдруг не будет. Ребята тоже так играют, так тоже можно. Как бы никто никого не осуждает, но... Но Тарков спамнит, конечно... ЧВК на ЧВК просто. Слушай, а хорошо, дождя нет. Дождя нету. Ну, хочу вышку проверить. Мне надо на стройку было просто сюда забежать, чтобы он меня не видел. Гранаты-то кончились у него. Да, слушай, там такое место. Спасибо, что показали. Один просто не успел. Ну, в дождь я бы не увидел. Сейчас видно. Хоть что-то. В дождь я бы просто не увидел бы. И тут только по бокам стрелять, я понял. Ну, интересное место, интересное. Они диких ждали, что ли, кто на выход пойдет? Это долго, блин.
Это очень долго. О, бля. Так, надо на выход, наверное. Ну-то поиграл, короче. Машина есть у меня. ТЭЦ есть. Может, там и диких пару будет. Я надеюсь. Ой. Еще пожрать. Фонарик сюда положу. Фонарик пригодится мне. Я их нахожу, одеваю потом. То есть фактически не покупаю. Но почему-то некоторые не работают нихера. Интересное место. Выбрали они. Не понял, как ты меня увидел. Ты чё, бля? Дикие есть. Только я нихера не вижу. Ух ты, бля. А ты там сидишь, да? Ну, дружище. Там я тебя не увижу. Ёб твою! Где? Твою мать! Да подожди. Не будь таким агрессивным. Фига себе. Я его и не увидел. Я его не увидел. Просто жесть. Тут еще один где-то бегает. Что у меня там по здоровью? Заряжай. А, ну в принципе нормально. Повезло мне. Броня все в себя впитала, да? Не привык я с МСХ стрелять. Выпил этот вазелин, нихера не видно сразу. Продадим. Где-то еще здесь есть, по-любому. Да это не знаю, даже ключ. Опа, дверка открыта.
Обыщем все хоть. Так говорится, для опыта. SSD-шка. Восьмой, по-моему, ни хера не стоит. БП. Блок питания, так. Это мы скушаем. Это мы вот так. Это выбросим. Это вот так. Где-то дикий есть еще. Еще одна SSD-шка. И тут его не видать. Опа, я же закрывал, по-моему. А, одну часть только, понял. Ну, с канистрой надо выходить. Чё я вообще никого не слышу здесь? Пятьдесят пять секунд ждать. Не слышу дикого ни одного. Выйд, перезайду, броню починю. Ну, если получится. Поехали. А ёлки-палки, это не дикий был. Это Юсек был, ёлки-палки, то я думал, дикого убил-то. Ёлки-палки, о, я 20 уровня, надо построиться будет, ребята. Так, ну, прежде чем строиться, давай броню отремонтируем. У механика не лучше. Давай, у механика. Сколько там? 39,1. Чё так плохо-то? Так ремонтируется. Да, ну ладно, она, по крайней мере, выдержала. Это сейчас все продадим. Топливо, блок питания, конь и порох, да? Больше, а, ну шпроты. Шпроты тоже пойдут, да. Ромео мы куда-нибудь пристроим, конечно же. SSD-шки у меня есть, если честно, продадим. 206 тоже есть, тоже продадим. АЗС-склад вроде есть, 308 вроде тоже много. Вот, вот это все на продажу, Юсека забрали. Блин, ну когда надо дикие, понимаете, я честно говоря, думал, это дикий. Я не знал, что это Юсек. Так бы жетончик взял, мне, по-моему, там надо жетончики или не жетончики, не знаю. Пойдем в убежище, да, пойдем в убежище. Механик у нас стал вторым уже, да? Да, механик у нас стал вторым, и, конечно, мы можем заняться стройкой. Стройкой изучать я буду потом, а сейчас пойдем в убежище, построимся. Ну что ж, друзья мои, значит, на этом мы завершим. Здесь я начинаю строиться, строю верстак второго уровня. Улучшение займет 3 часа почти, также освещение третьего уровня. Ну и все остальное потом доделаем, у меня тут все второго.
И я думаю, пора делать третьего, да, особенно санузел, верстак, разведцентр тоже не мешало бы сделать. Ну, здесь надо все третьего, конечно, да. Здесь все есть у меня, кроме кабеля и жестких дисков. Но нету пищеблока, медблока третьего уровня. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю пока-пока, до скорого. Я думаю, что в следующем выпуске я достреляю диких. Как вы видите, в конце попался не дикий, а ЧВК. Я, в принципе, чего и обрадовался, что думал дикий. Думал, здесь на ГЭСе еще диких много, а здесь их просто нету. Здесь сидит в кустиках ЧВК и ждет. Всем пока, ребята. До скорого.